же как интервью. Итак, основа звукорежиссуры от Рената Шарипова. Дорогая бабушка, есть такой анекдот. Знаешь? Нет. Сейчас будет анекдот. Он пошлый. Нормально. Я поставлю 18+. Тёлка приходит на радио. Здравствуйте. Мне сказали, тут можно интервью за деньги записать. Она такая, ну можно, вон, звукорежиссерскую поднимать, там 1000 рублей платите. И вперед, да, вам заходит к звукарю. Здравствуйте, я хотел бабушку поздравить по радио, вот записать. Дорогая бабушка. Мы это запикаем все, конечно. Так вот, секреты звукорежиссуры от Рената Шарипова. Познакомь нам, что у тебя вообще есть здесь? Logic. What? Консоль. What? Покажи нам свое железо. Две карты. Расскажи, что это? Американцы 8P8, собраны в одну консоль. 16 каналов живья с плагинами. Вот. Пишем сюда. Вот демка, можно даже послушать. Logic Pro X. Вот демо. Сейчас рума. А без рума. Вот такая демо уже. Идем знакомиться. Привет. Идем знакомиться со студией. Так, идем на студию вовнутрь, где, в принципе, мы и будем записывать наш новый альбом. Вот в таком вот. Пока еще, как всегда, куча проводов. Барабанная установка красная. Мы же Red Horse. Все красное. Pearl. Передай привет своим фанаткам. Привет. Ну и все, короче, на этом. Там вот два чехла моно ютятся. Все. До новых выпусков. До новых встреч. Пока-пока.